прохлада и тепло в ваших квартирах. Трава зеленая. Ну вот почему-то застройщик не смог смонтировать так, чтобы это было. Тут у нас все открыто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь что-то пошло не так. Но, конечно, мыть. Деревянные окна. Это круто. Почтовые ящики заподлицо со стенкой. Здесь, соответственно, большое количество грязи. Вот там тоже кусок что-то пошло не так. Прибили градусник. Потому что вот бетон-то этот мокрый, сырой весь, друзья. Вот это все текло. Но вот здесь какая-то, знаете, такая разруха. Почему-то нет стекла. Кнопочка, смотрите, какая классная. А что, не работает? Не дай бог что-то, как вообще отсюда выйти. Дверь на кровле открыта. Ох, какой здесь классный, друзья, вид. Вот смотрите, чистота, порядок, антивандальное покрытие. И обратите внимание, какая здесь чистота. И внешний вид, чтобы это выглядело симпатично. То, что вижу, оно, друзья, очень позитивное. Если обратить внимание на фасад. Но про ресторан. Здесь очень-очень приятно мне, друзья, находиться. Ну вот, все бы хорошо, если бы, как говорится, не это. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами на Петровском острове, который расположен между Васильевским и Крестовским островами. Небольшой остров по площади, где раньше было большое количество промки, небольшое количество жилых зданий, а теперь застроили все. Сегодня у нас на обзоре жилой комплекс элит-класса «Нева Хаус» от застройщика ЛСР. Я сюда приехал, вот у нас, друзья, времени практически 11 часов без 6 минут, и с парковкой здесь все очень-очень плохо. Я еле нашел место на платной парковке. Я вот не представляю, если кто-то не приобретает парковочное место, где он вообще будет парковаться. Здесь ремонт дороги, видно, что уже он там не первый день идет, когда закончит, тоже непонятно. При этом обращаю внимание, вот где строители? Строителей здесь просто нет, никого. Но зато все перекопали и сделали все как раз вот для удобства проживающих здесь людей. Здесь большое уже количество новостроек, в каких-то уже люди давно живут, какие-то недавно сдали. Но, к примеру, да, вот новостройка от Settle Group. По мне фасад смотрится очень красиво издалека, ну даже издалека видно, что панели не очень ровно сложили, но, в принципе, если к этому не докапываться, то она смотрится симпатично. И мне нравится, что очень большие окна. В Нева Хаус, кстати, дерево-алюминиевые окна. И этажность от двух, высота потолка от 2 м 98 см, там до 3 м с копейками. Если обратить внимание на сайт застройщика проекта Нева Хаус, то вот здесь написано, что это элитная недвижимость в лучшем месте Петровского острова. Исключительная локация, 10 минут до парков Крестовского острова. Так. Нам нужно посмотреть описание. Вот как это выглядит рендеры. То есть дом, дома среди большой зелени, и написано, что это знаковый проект на Петровском острове, который обладает множеством эксклюзивных особенностей. Одна из них – прогулки на свежем воздухе по своей пешеходной набережной вдоль Малой Невки. Заходим с вами на сайт Министерства строительства Российской Федерации и смотрим, когда сдали жилой комплекс. Загружаем с вами разрешение на ввод в эксплуатацию. И видим, что ввели в эксплуатацию 01.02.2024 года. Сегодня у нас 27 июня 2024 года. Сдали многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой, встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением. На простом языке сдали дом, парковку и детский садик. Выдал разрешение господин Болдырев в Санкт-Петербурге. Это как обычно. Ну что, идемте смотреть. Из нюансов этой новостройки жители, клиенты застройщика пишут о том, что на самой набережной застройщик продал кусок участка под ресторан.
И к ресторану будет проход через дворовую территорию, закрытую, соответственно, к этому ресторану. И жителям, естественно, это не очень нравится, вернее, даже не нравится, они об этом пишут открыто, потому что при покупке квартир, когда застройщикам это все продавал, никто об этом не сказал. Говорили про закрытую территорию, свою набережную, но про ресторан застройщик умолчал. При въезде жилой комплекс. Вот здесь сразу есть вот такое табло. Жилой комплекс «Нива Хаус». И отмечено, где мы находимся и где какой, соответственно, корпус. Что, по мне, достаточно приятно. Обращаю ваше внимание, что здесь вместо асфальта красивая брусчаточка. Вернее, даже не брусчатка, такая большая плитка. Здесь тоже плитка. Вот такие стоят ограждающие конструкции, чтобы, соответственно, никто не парковался. Здесь мне нравится, что вот красивая трава. Я такое, помню, увидел в Беларуси. То есть у них много сажают травы, потому что кустики уже всем надоели. Она многолетняя, ее можно стричь, она хорошо растет. И внешний вид достаточно красивый. Если обратить внимание на фасад, фасад по мне смотрится классно. Сочетание вот кирпича и еще декоративных элементов. Плюс здесь есть подсветка. Большие алюминиевые деревянные окна плюс, так, это, наверное, ракевые вентиляции, да, вот такие сеточки. То есть, ну, все так достаточно неплохо. А въезд – подземный паркинг. Блин, ну, смотрите, очень красиво смотрится фасад, вот на мой вкус. И здесь, смотрите, такой для людей променад. Зеленая трава, кустики, ландшафтный дизайн. Блин, ну, очень крутое местечко. Давайте пройдем, посмотрим вот по периметру, потом посмотрим и подвалы, и везде, куда мы с вами сможем зайти. Кустики, ромашка, такая галька красивая, свежий воздух, подсветка на низком уровне, детская площадка. То есть, ну, так прикольно сделали, молодцы. Такая большая лазилка, какие-то кубики. И вот здесь, где здание, я так полагаю, вот это будет реставрировать. Здесь обратите внимание, чтобы внешний вид не мозолил, как говорится, глаз. Здесь вот так затянули такой ширмой, нарисовали окошки. Смотрится прикольно, молодцы, хорошо сделали. Очень красиво смотрится территория, такая, знаете, уютная. И мне нравится, что здесь невысотные дома. И здесь тоже. Обращаю внимание, классная горка, но вот почему-то, когда будешь спускаться, шлепнешься однозначно, то есть здесь сантиметров, наверное, 30 высота, и есть песочница, в которой есть песок. Здесь брусчатка, как в центре Санкт-Петербурга, и безопасное резиновое покрытие. И дети уже по двору летают на своих велосипедах. Фасад, конечно, смотрится очень красиво. Есть вот такой тоже красивый указатель, где ты находишься, чтобы точно не заблудился. Своя набережная, как и в рекламе застройщика. Обратите внимание, какая красивая подсветка. Я не знаю, что это, кустики, травка. Вот здесь трава такая красивая, высокая. И вот своя прогулочная зона. Конечно, вот здесь очень-очень приятно мне, друзья, находиться. Полагаю, что и всем, кто здесь будет гулять. Прогулочная зона. Никакого тебе песка, гальки или чего-то остального. Здесь брусчатка, как в центре Санкт-Петербурга. Да, с одной стороны, когда, наверное, ты будешь гулять с коляской, то надо будет ходить вот там, где идет сейчас девушка, потому что там все это более ровно, а здесь брусчатка, наверное, сама такая, знаете, гранит кривоватенький, но зато здесь очень приятно пройтись. Вот как выглядит, друзья, эта набережная. По мне, ЛСР очень круто все сделал. Мне очень нравится, что здесь большое количество различных зеленых насаждений, большие деревья, которые здесь были, виден Лахта-центр. Вечером представляю, как красиво здесь смотрится вся эта подсветка. Ну и, конечно же, свежий воздух. Здесь не так сильно дует зимой, как, например, у самого Финского залива. Поэтому здесь, конечно, находиться и в холодный период времени, я считаю, будет достаточно комфортно. Да, фасады зданий смотрятся очень круто, даже неожиданно для меня. Территория, на мой взгляд, сделана очень-очень классно. Даже, знаете, неожиданно. Вначале подумал, что это крапива, это такие цветочки растут красивые. Причем обратите внимание, что разные зеленые насаждения есть. Трава вот эта очень красиво смотрится. Молодцы, очень хорошо сделано. Вот пока первое впечатление, то, что вижу, оно, друзья, очень позитивное. Фасад здания смотрим более тщательно. Панели все сложены хорошо. Кирпич, вот эта плитка тоже. То есть каких-то, знаете, там серьезных нареканий я тут вообще такого ничего не вижу пока что. Расстояние между плиткой почти одинаковое. Ну, знаете, особо в глаз не бросается. Бывает такое расстояние делают,
очень маленькое и большое, что это сразу бросается в глаза. Здесь такого нет. Вон, кстати, видно, что деревянные окна, снаружи алюминий. Смотрится красиво. Вот здесь тоже. А, вот это, наверное, похоже ресторан или не ресторан. Кстати, кто знает, напишите, пожалуйста, где вообще этот ресторан. Потому что жители пишут о том, что через их прекрасные дворы будет проход в ресторанный комплекс. Тут я его пока не вижу. Так, ну, здесь уже дальше смысла. А, ну, может, да, пройти посмотреть, потому что здесь мы видим такую же крутую территорию. А, видим, что достаточно большое количество непроданных квартир. Здесь мы видим плитку, то есть еще дорожку они не доделали, не демонтировали. Но здесь вот я смотрю такой небольшой совсем кусочек. А знаете, у меня такое ощущение, что это они, да, по гарантии, похоже, переделывают, потому что вот видно, что было все это до этого уложено. Что у нас здесь есть из интересного? Я вижу приямочек. Вот он впереди уже, друзья. Вот давайте к нему подойдем, посмотрим, что там за красота. Здорово, что ухаживают за зелеными насаждениями, это очень приятно. Но давайте смотреть. Ограждающая конструкция из металла, окрашена черным, смотрится четко, красиво. Ступени, никакого тебе бетона, вот такая красивая плитка, нормальная там дверь и место, куда должна уходить вода. Панели смотрятся очень круто, такие прохладные, здесь герметиком везде прошли, здесь везде прошлись. Вот видите, они на специальных направляющих крепятся. Расшивка здесь черного цвета тоже смотрится красиво. И так как увеличены окна по размеру для безопасности, здесь вот такая ограждающая конструкция из закаленного стекла. И причем, обратите внимание, что могли, знаете, вот бывает там поручни ставят, еще что-то. Ну вот чтобы жильцам не закрывало вид, здесь как раз стекло по мне смотрится очень круто. И вот эти такие медные панели тоже смотрится классно. И вот герметиком они здесь везде прошлись хорошо, чтобы вода никуда не затекла. А здесь тоже обращаю внимание, есть приямок. И обратите внимание, как красиво все сделано, чтобы это выглядело симпатично. Кирпич, стекло каленое, вот закрыто белым, чтобы не видели, что внутри. Вот здесь есть такой отлив, все герметиком прошлись. Красавчики. Обращаю внимание, как выглядит спуск в этот подземный паркинг. Четко, красиво. Приятно сюда спускаться. Здесь уже ниже заходишь, и здесь, соответственно, так попрохладней. Здесь мы видим покрытие, которое износостойкое, как в лентах и в океях. Для автомобилей, чтобы вот когда заезжаешь в снег и до грязь, это все будет вот сюда стекать. Есть везде разметочка, паркинг смоется классно. Молодцы. Вот они, заезды, выезды. Есть, не знаю, как это правильно называется, вот большой такой круг, который показывает широкие градусы. Когда ты выезжаешь, ты видишь, есть какая-то машина или нет. Также дополнительный светофор. Но вот здесь ни влаги, ничего. Блин, и внешний вид очень-очень круто. Вот то, что вот здесь я нахожусь, друзья, это очень, наверное, один из таких крутых паркингов, которые я когда-либо видел. И никакого бетона. Везде кирпич, окрашено все в черное, очень красиво сделано. Светодиодное такое, знаете, приятное освещение, включается все автоматически, внешний вид радует. Значит, здесь вот вечером включается подсветка, представляете, как круто это смотрится. И, знаете, не в каждом лестничном марше, как вот здесь спуске в паркинг, есть вот такая ограждающая классная конструкция и вот такие просто офигенные ступени из гранита. Внутренний двор жилого комплекса. На первый взгляд он небольшой, но обращаю внимание, какое большое количество различного здесь озеленения. А внутри фасад смотрится вот такой, знаете, однотонный, с декоративными элементами, и внешний вид очень приятный. Камни вот такие шлифованные, какие-то кустики, травка. И здесь обратите внимание, как круто отсыпали все камушком для воды. Здесь деревца, подсветка тоже на нижнем уровне. Блин, двор смотрится круто. Даже неожиданно. Для меня это реально неожиданно, что можно вот так круто все сделать. Помню, когда обозревал парк Сосновку от Settle Group, там тоже обратил внимание, что сами дворы были достаточно небольшие, но очень все сделано, позеленению было круто, и там находиться было уютно.
У нас с вами открыт третий подъезд. При входе мы вот видим для вытирания ног вот такую большую штуку они поставили. Весь периметр отсыпан камнями, где можно ходить. Специально уложили гранитные плиты для удобства. Фасад четко идет по низу, хватило и крошки, то есть все ровненько, хорошо смотрится. Ну вот смотрите сами, да, на вот этот фасад. Ну вот, мне нравится. Алюминиевые двери, большое количество остекления, третий подъезд, этажность до 8 этажей и, соответственно, где какие квартиры. Проход, юрмед, камера, только подходишь и сразу там включается, можно взять, вызвать, там, позвонить, кому нужно. Заходим в подъезд. Ну, из нюансов это вот здесь есть пару ступенек, и вот стоит вот такое устройство, подъемник. По мне надо было вот на таких красивых мраморных ступенях, где вот пока вместо коврика положили, видно, чтобы не протоптали строители, когда таскают стройматериал, вот какое-то такое покрытие интересное, надо было просто, не знаю, хотя бы полозье бы сделать, по мне, и смотрелось бы это прикольно. Отделка смотрится очень круто. А из плюсов, конечно, здорово, что проходные подъезды, получается, с улицы мы, с одного двора выходим во второй двор. Это у нас такие перила. Сюда, кстати, можно какую-нибудь, знаете, травку посадить по мне. Декоративную, смотрелось бы прикольно. Отделка, смотрите, как все четко сделано. Нигде не видно, чтобы красочка попала на плитку и все остальное. Смотрится, конечно, круто. Информация от управляющей компании, нормальный красивый стенд. Вот все, знаете, стилизировано, смотрится круто. Сами окна даже в подъезде не сэкономили. Вот они, деревянные. Это массив дерева, сосна. Окна открываются, вот она защита. И вот она такая светопрозрачная, что ее даже сразу не заметишь. А здесь, соответственно, для того, чтобы долго служило, здесь этот алюминий. Я не удивлюсь, что это окна из Беларуси, белорусского производителя. Потому что в Беларуси много производят окон из дерева. Шикарный уплотнитель силиконовый, четко все работает, хорошая фурнитура. И вот на первый взгляд все очень хорошо смонтировано. Даже обратите внимание, вот он радиатор и какая красивая подводка современная. Не, знаете, не просто какая-то обычная белая труба. Есть указатели, двери, понятно, сейчас нараспашку, потому что квартиры в черновой отделке все делают ремонт. Для того, чтобы вот на тележке они все возят, специально какую-то ткань положили. Даже не знаю, что напоминает, но что просто плитку не убили. И вот, смотрите, мы с вами идем по коридору. Сразу чувствуется высота, что это не 2,70, а здесь по 3 метра, это раз. Второй момент, обратите внимание на шкафы. Тоже как все четко сделано. Вот как это можно, в принципе, делать во всех проектах. Двери смотрятся шикарно. А современная система допуска. Обратите внимание, что есть везде видеонаблюдение. Это, наверное, приложение скачать или еще что-то, не знаю. Вот позвони, да, и сразу видно, кто там. Отделка очень крутая, и везде есть ограничители дверей. Лестничный марш, красивая ограждающая конструкция. Держится нормально, смотрится красиво. Здесь везде мы видим плитку, а выше тоже видна плитка. Единственное, вот здесь что-то такое подзаляпали, но это, в принципе, такие мелочи. И обратите внимание, какая здесь чистота. Итак, давайте пройдем с вами в лифтовой холл. Здесь лифт 1, грузопассажирский. Лифтовой холл здесь небольшой. Есть указатель, на каком этаже расположен лифт. Заходим, здесь антивандальное покрытие. Поехали сразу на последний этаж. Лифт Otis, большой экран. Смотрится красиво, какая-то китайская тут реклама идет, или это просто это заставка от Otis. Здесь антивандальная отделка сделана из ламината. Классный материал, нигде никаких нет печати, рекламы грузчиков, там, ремонтников и всего остального. И вот Нева Хаус, арендное место в паркинге, пожалуйста. Вот. Не продают, видно, а сдают в аренду. Парадная написана, этажность, какие квартиры, график проведения шумных работ. Ну, вот все сделано для людей. Разговаривать. Едет, кстати, лифт быстро, хорошо, но лифт расположен вот так. И когда, соответственно, сюда затаскивать будут длинномерные предметы, то будет не очень комфортно. И лифт, вот видите, из обшивки достаточно такой получается небольшой по площади, потому что обшивка съедает вот, ну, так, прилично сантиметров. Выходим с вами. Цифра 8. На улице тепло. Здесь вот чувствуется, что немножко застоялся воздух.
Подсветка, виден датчик, видны датчики пожарные, защитные колпачки везде сняты. Обратите внимание, какая дверь, какой хороший доводчик. Есть ограничитель у доводчика. Открываем дверь. Ну-ка. Он нам должен ее стопорить. Нет, почему-то он ее не стопорит, сразу включается свет. Может быть, я что-то не так делаю. Ну и здесь все аналогично. Тут видно, что была недавно только уборка. Здесь на последнем этаже одна большая квартира. Смотрится все круто. Двери, матовое стекло. Ну вот просто реально идеальная для меня новостройка. Все чисто, красиво и опрятно. Выходим. Лестничный марш. Закрыто. К сожалению, не посмотреть, что там. Давайте поднимемся наверх. Здесь тоже есть плитка. Не как, знаете, обычно, что поднимаешься чуть выше и сразу же все заканчивается. Никакой нет отделки. И вот здесь даже наверху, смотрите, как щетка сделана. Вот можно придраться, вот там немножечко есть ржавчина. Но если подкрасят, то все будет хорошо. Давайте поднимемся, может, там дверь открыта, нам повезет выйти на кровлю. Вот смотрите, чистота, порядок. И очень приятно здесь находиться. Дверь на кровлю открыта. А можно выйти, с высоты посмотреть во двор. Посмотреть на Крестовский. Видно Лахта-центр. На кровле все четко. А вот здесь должен быть... А вот он, видно, сняли. Почему-то сюда положили, забыли. Ох, какой здесь классный, друзья, вид. Вы сами только посмотрите, как вот можно все сделать красиво, как это все... Ну, даже отсюда, смотрите, Исаки видно. Да, отсюда, конечно, просто потрясающий вид. Смотрите. Очень красиво все это смотрится, очень красиво. Как вам? Оцените в комментариях. Вон, видите, колесо обозрения, лодочки катаются. Красота. Выходим с вами на переходной балкон. О, тут закрыто, не выйти. Значит, можно только спуститься вниз. Жаль. И, кстати, странно, да, что он закрыт. Не дай бог что-то, как вообще отсюда выйти. Также обращаю внимание, что вот указатель, вот знаете, мы привыкли к Отису, и там такие маленькие экранчики, а здесь он такой, наверное, в 2,5, может, 3 раза чуть больше, чем стандартный Отис с режимом, к примеру, генерации, всем известный Gen 2. Это, полагаю, да, это как раз управление лифтами. Обратите внимание, как круто все сделано. Просто вот такой красивый шкафчик. И красиво смотрится отделка. А это что у нас? Проверьте качество и периодичность уборки. Можно здесь. О, представляете, как круто? Навел камеру и посмотрел. Не, убирают реально все четко. Я вот не знаю, сколько здесь стоит коммуналка, но вот здесь, по крайней мере, вот, шикарно все. Ну что, давайте с вами выйдем в этот прекрасный двор и прогуляемся, друзья, дальше. Кнопочка, смотрите, какая классная. А что, не работает? О, сработало. Странно. За зданием мы видим историческое здание. Это пивоварня «Бавария». Вот интересно только, что с ним будут делать. Его будут восстанавливать или демонтируют, не знаю. Возможно, восстановят. Варили здесь раньше пиво, были производственные цеха, но давно уже, обратите внимание, все заброшено, и здание, конечно, в таком достаточно унылом состоянии. Здесь мы с вами видим, вовсю идет монтаж детской площадки, подготовка к покрытию. Видите, как равняют, чтобы все было ровно и красиво. И здание, конечно, пивоварни смотрится, знаете, очень-очень круто, очень красиво. А вот здесь наверху виден геодезический маячок. Вот он желтенький, друзья, их ставят на дома, чтобы отследить, как, соответственно, происходит усадка здания.
поливаю травку, чтобы была красивая и зеленая. А здесь видим большое количество строителей, которые как раз, вот обратите внимание, как укатывают безопасное и резиновое покрытие для ваших детей, чтобы при падении это все амортизировалось, и детям, если будет ущерб, то он будет совсем-совсем минимальный. В принципе, на него можно прыгать, падать, и ни коленки не сдерешь, ни как это в моем детстве, когда все было завалено каким-то булыжником и песком. Видим с вами выпуски электрокабеля для подключения подсветки. Даже вот здесь, если не обращать внимания на вот эти недоделки, какую-то пленку, фасад смотрится очень круто. То есть ЛСР здесь, конечно, сделал очень-очень красиво, на мой вкус. Мы с вами идем вот к этому корпусу. Это здание 9 по Петровскому, литер Б. Как раз здесь сейчас выдают ключи жителям. И мы посмотрим, что с этим зданием. А мне нравятся вот эти угловые окна. Смотрятся очень красиво. А вот видите, вот шарики повесили. Так, давайте мы пройдем с вами по кругу, все посмотрим, что у нас здесь вокруг, и потом пойдем вовнутрь. Видим, что здесь деревья, какие-то еще зеленые небольшие насаждения. Я в названиях не очень силен. Здесь кустарник, красивая газонная трава. Видно, что это было рулонное светодиодное освещение. Вот он, да, 9, корпус 2, строение 1. Видим вот такие балкончики. Видим, что местами в окна не очень хорошо отмыли. Надеюсь, их отмоют. А здесь мы видим... Ну-ка. Так, здесь мы видим, почему-то нет стекла. Здесь мы видим мусор и грязь. Странно, ключи выдают, а почему-то все в таком состоянии. Дверь открыта. Такой полуподвал. Ага, влага, понятно, где-то что-то прорвало, потому что на высоком уровне. Тут не может быть протечек. Различное оборудование, вентиляция. Ну да, что-то они тут то ли спускали, то ли мыли. Но вот здесь какая-то, знаете, такая разруха. Красоты я здесь пока не вижу. Такое ощущение, что, знаете, он еще не сдан, а еще его доделают. Хотя сдали в феврале этого года. А здесь мы видим, что просто висят провода. При этом в начале видео я вам показывал, что сдали и с паркингом, и с детским садиком. Тут, конечно, надо намывать, убирать при этом мусор. Ну вот, все бы хорошо, если бы, как говорится, не это. Тут мусор строительный подготовлен. Ну, то есть вот эта фигня, да, вот это они потом приедут, машина все закидает, весь мусор и увезут. Но вот видно, что еще не все оборудование они смонтировали, то есть паркинг не готов, сданный к тому, чтобы, соответственно, сюда уже можно было заезжать и парковать машины. Вот я не знаю, они продавали паркинг, кстати, или нет, или только его в аренду сдают. Паркинг достаточно большой. Вот это новый строительный материал, который весь в палетах, в упаковках стоит. Стеклопакеты, полагаю, это для замены уже все подготовили по гарантии. А нижний, самая низкая часть, это вот такую приямочку, куда скатывается, скапливается вся вода. Вот здесь, не знаю, надо, да, покрытие здесь есть. Здесь даже обратите внимание, что застройщик хорошо сделал деформационные швы, то есть чтобы не избежать трещины, они это сразу заранее сделали. Молодцы. Но вот, конечно, внешний вид такой. Так, что-то у нас здесь стена такая темная. И вот что-то мне... Да, вот это все текло. Вот то, что темное, видите. А здесь мы видим все аналогично. Вот отсюда текло. Они вот, видно, все это замазывали, заделывали. Видно, что вот бетон-то этот мокрый, сырой весь, друзья. Вот. Болт не срезать. Да, бетон сырой, просто трындец. То есть протекает. И вот видите, обратите внимание, по всей стене. Соответственно, о чем это говорит? А о гидроизоляции. Не знаю, сделали ее по проекту, она совсем была слабенькая. С проектом они тут начудили, либо, соответственно, что-то пошло немножечко не так. Здесь мы видим, вот видите, вот просверливают, и под давлением сюда подается вот такая специальная пена. Такая она гидроизоляция, и, соответственно, они пытаются исправить это все вот
при помощи вот этого. Хотя, если бы изначально сделана была бы хорошая качественная гидроизоляция, то такого бы не было. Колпачки защитные обычно не сняты. Здесь, вот, чтобы узнать температуру, вот такой прибили градусник. Красавчики. Ну вот сами оцените, друзья, паркинг, то, что мы видели с вами уже в Зданом, где уже проживают люди, и то, что вот сейчас они передают ключи, которые сдали в феврале этого года. Здесь мы тоже видим, что все подтекает, и, конечно, это не очень приятно, что в элитном жилом комплексе вот такие дела с паркингом. А посмотрели с вами подземный паркинг, чтобы не топтать красивый газон, пройдем по отмостке. А вот здесь, знаете, как-то вот с кирпичом все понятно, но почему-то вот внизу такая щель, которая мне не очень нравится. Арматуру бы надо было срезать. Зато большие высокие кусты. Герметиком также везде все четко прошлись. А видно, что не отмыто. Здесь что-то, видите, пошло не так. Видно, что много пены. Вот там тоже кусок что-то пошло не так. Надо, конечно, это все исправлять. По-хорошему. О, приямочек. А так дворы, территория смотрится очень классно. Тут очень сильно не хватает клининга. Приямок. Вон даже здесь брусчатка есть. Шумоизоляция, вот эта подложка. А, вон видите, как он открывается, смотрите. Как багажник у автомобиля на таких амортизаторах. Да, вот здесь немножко не допилили. Арматура еще торчит. Здесь нормальный спуск, но также не хватает клининга, потому что вот есть, куда должна уходить влага, но почему-то здесь, соответственно, большое количество грязи, и вообще непонятно, там просто плитку убрали, или это так и должно быть. Ну вот зато смотрите, какие двери. Хорошая, классная дверь. Смоется реально очень круто. Почему не стоят такие везде, я не понимаю. Оголенный кабель, надеюсь, не под напряжением. Ну, вот, знаете, немножко не хватает. Еще бы немножко, чуть-чуть. Как вот здесь, да. И, конечно, мне лично, как обычному потребителю, такому же, как и вы, непонятно, почему вот меня приглашают в новый дом. Но с виду он не новый. Он такой, с виду недоделанный. Здесь, видно, поливали. Пока здесь нет сетки, просто резинку положили. Есть этажность. А этажность здесь написана черным цветом. И вот сейчас она, знаете, вот еле-еле видна. Если был бы, наверное, белый цвет, было бы лучше. Тут у нас плитка. Хорошая, красивая отделка. Уже чище. На вот такую ткань положили оргалит для того, чтобы строители ничего не поубивали. Красивая входная группа. Огромное количество остекления. Нива хаус. Смотрите, какая красота. Почтовые ящики заподлицо со стенкой. Красивая отделка. Так, о, свет включается. Двери. Так, двери аналогичные, как мы видели в данном уже корпусе. Но система допуска звонков немножечко другая. Но видно, что есть. А, бас IP, слушайте, круто. Можно к телефону подключить. Колясочная. Еще одна колясочная. Лифтовой шампанскими конфетками. Так, а, и выход на лестничный марш. Так, тут у нас есть красивая плитка. Ограждающая конструкция не мешала бы подтянуть, чтобы она так не дребезжала. Как-то это пожестче, чтобы было. Ну что, пойдемте, поднимемся на последний этаж. Первый этаж, слушайте, а вот здесь табло мне больше нравится. Вот оно такое посовременнее. Лифт расположен вот так, его еще не обшили. Девятый этаж у нас. Кёне. Вот я бы не сказал, что Кёне, к примеру, там хуже, чем эти с Кёне. Лифты мне более нравятся, они какие-то посимпатичнее. Либо у нас Otis берут базовые. А круто, что здесь, смотрите, какое зеркало во всю стенку. Сразу ты сможешь на себя красиво. И видишь, надо тебе поправить галстук или не надо. Или петличку, как у меня. А мне вот здесь больше нравится, что там, знаете, такой был дисплей, большой был, но при этом он был такой, знаете, какой-то, ну вот, старого образца.
там TFT, или как они там правильно называются. А здесь вот он такой достаточно смотрится симпотно, вот с этими точками, так более, мне кажется, современно. А на 13 персон, 1000 килограмм. Надеюсь, что его тоже сделают, обошьют антивандальное, сделают покрытие. 9-й этаж. Тут у нас Реечка ушла гулять. Алюминий. Плитка четко сделана. Расстояние швов между плиткой четко. Везде всего хватило, затирки и всего остального. Ну вот непонятно, куда уйти, где квартиры, где не квартиры. Давайте попробуем сюда. Дверь открывается. А, понятно, мы в две стороны выходим. Здесь у нас двери все открыты. Обращаю внимание, большое количество замков. Такие массивные двери. Большое количество ключей. Дверь смотрится круто, я бы вообще бы ее не менял бы. Тук-тук, есть кто в домике? Мы тогда заходим. Значит, здесь вот так закрыты системы автоматов. А разводка в гофре. Понятно, здесь все нужно штукатурить. Вентиляция. Гипсокартон, за ним, полагаю, утеплители, такой же СКЦ-камень. Это подводка холодной горячей воды. Здравствуйте. Она идет прямо вот оттуда снизу. И мы здесь видим, что хорошая шумоизоляция в коридоре проложена. Что тут еще? Ну, понятно, черновая отделка. Шумоизоляцию должен делать каждый. Есть кивы. Киф — это для притока воздуха. Просто такая дырка. Здесь в дальнейшем нужно ставить фильтр. Вот не знаю, только фильтры они выдают или нет. Итак, деревянные окна. Это круто. Но за окнами нужен уход. К примеру, если строители начинает штукатурить, то выделяется большое количество влаги. Окна нужно хорошо открывать, и должна быть нормальная вентиляция, потому что окна могут набрать большое количество влаги, больше, чем нужно, и, соответственно, плохо работать. Вы это, кстати, учтите, и строители ваши вообще должны об этом знать. Мы с вами видим, что вот расстояние достаточно большое, у нас норматив максимально 2,5 см, но тут, смотрите, сантиметров 7-8. Причем по всему периметру, то есть, знаете, они изначально, похоже, хотели окна сделать больше, либо когда их изготавливали, решили, что, знаете, ну, чтобы точно не ложануться, по 10 сантиметров сделаем меньше с каждой стороны. Окна здесь держатся на пластинах. Так, откроем. Открываются шикарно. Но, конечно, мыть, мыть и мыть. Вот, вид какой отсюда. Ну, тоже, кстати, нормально. Не сказал бы, что мне что-то здесь не нравится. Ну, лучше, конечно, на воду или на зелень. Из особенностей к соседям стенка из камня. Из бетона это одна звукоизоляция, из камня из КЦ это другая изоляция. Но обращаю внимание, что стенка сложена очень круто. Одинаковое расстояние между, соответственно, блоками. И вот наверху мы видим тоже все зачеканено хорошо. Ну, так, вот здесь тоже видно, есть вентиляция. И, соответственно, давайте мы здесь при помощи моего электронного друга измерим высоту потолка. 3 метра 88 сантиметров. Стены во всех квартирах вы будете монтировать сами. А, ну да, вот видите, вот, кстати, двухслойный гипсокартон. А, ну вот странно, кстати, что я его тут не вижу утеплителя. Утеплитель, он был бы и шумоизоляцией. То есть гипсокартон есть на нормальных направляющих, а утеплителей нет. И при этом два слоя, это, ну, тоже хорошо. Так, что у нас тут еще? Ага, здесь у нас выход на закрытый. Что-то не хватило здесь. Вот на такой балкончик для жителей, для курильщиков, наверное, могу полагать. Что-то свет здесь как-то не включается, странно. Еще одна студия. Хорошая, кстати, нумерация. Ну, видите, 70, 69, 68. А, тоже студия. Тук-тук, мы войдем. Здесь уже окна во двор. А, вот видно, кстати, здесь немножечко помыли, там еще нет. Ну, фасад, ну, кстати, знаете, близко дома расположены достаточно, но при этом, ну, вид вот на такой красивый фасад мне лично нравится. Вот пишите в комментариях, как вам. Хотели бы жить в таком комплексе, в жилом комплексе Нива Хаус, или, соответственно, нет. Здесь что-то пошло не так. Вот видно, что текло, видно, будут исправлять. Коммуникация за таким красивым черным шкафом. И еще у нас тут ряд квартир. Ну-ка тут.
А, здесь ручка должна, вот что должно, все закрыто. Ну что, давайте спустимся на этаж ниже, посмотрим там, потому что видел, что писали, что нет почему-то дверей. Непонятно, почему их нет. То ли поставщик застройщика подвел, то ли застройщик, но с сдачи с февраля можно уж было их и на своей машине привезти. Так, открывается на себя. Слушайте, очень круто, классные большие двери, алюминиевые. Покрытие здесь такое, знаете, матовое и такое шершавое, очень приятное. Двери широченные, как я говорю, пройдет и рояль. Тоже квартира, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, тут студии одни, восемь, девять. Девять квартир на площадке для элитного дома, наверное, многовато. Вот как считаете, кстати, вы. Давайте спустимся ниже. Плитка и красиво ограждающая конструкция до самого верха. Тут у нас восьмой этаж. Я пошел вниз и забыл подняться на самый верх, посмотреть, можно ли здесь выйти на кровлю, чтобы посмотреть панорамный вид с этого дома. А тут мы видим, что немного не хватает клининга, поднявшись наверх. Вот здесь такая конструкция дымоудаления. Оголенные провода. Но зато плитка, нормальная дверь. Тут у нас все открыто. Ох ты, Мосбетанкура. Смотрите, какая красота. Васильевский. Ну, вон Петроградка видна. Красиво. Пройдем по кровле, по кругу. Дом небольшой, чтобы посмотреть видовые характеристики на соседние элитные новостройки. Да, ну вот это, понятно, скорее всего, демонтирует, либо реконструирует под что-то. Тут, наверное, паркинг строит, возможно. Ну да, получается, что вот в этом доме мне вид на реку симпатичный, на соседний дом, на, ну, приемлемо, но, конечно, хотелось бы вот больше вот таких обширного вида. Петровский виден внизу. Кровля, кстати, нормально, герметики везде прошлись хорошо, ржавчины пока нигде не видно, система громоотвода нормально, грибки есть, где ходить тоже все положили. Тут, в принципе, все неплохо, друзья. А очень странно, что на восьмом этаже есть свет, а на седьмом его тут большей части почему-то нет. И не, он не включается. Зато здесь есть открытый шкаф, вот такой красивый, где мы с вами можем видеть стандартный шкаф, где находится электрооборудование. Вот они, приборы учета электроэнергии. Но вот почему-то застройщик не смог смонтировать так, чтобы это было... То есть весь дисплей был прямо вот здесь, не знаю почему. Ну, а так, в принципе, здесь все аккуратненько, подписано, смотрите, ну, хорошо сделали, молодцы. Придраться пока не к чему. А шестой этаж, если не ошибаюсь, здесь датчик у них отвалился, ну, это фигня. А причем это датчик на движение, не знаю, ну, что-то, в общем, надо было приклеить, может быть, его и все. Хотя, с другой стороны, его надо демонтировать для чего-то. Но вот двери тоже, да, вот. Не скажу, что они широкие, ну, вернее, даже они широкие, но при высоте вот такой высокой они смотрятся чуть уже, чем являются на самом деле. Не хватает где-то вот таких декоративных элементов. Причем вот я смотрю, что вот и здесь нет, в других дверях нет. Ну, вот раз замок, два замок, нормальная ручка, ну, двери реально крутые. То есть ЛСР здесь, считаю, красавчики, и очень хорошо они потрудились над этим жилым комплексом. Но, к сожалению, выдают ключи, но до ума почему-то не довели. Не хватает клининга. Вот видите, обратите внимание. Не хватает, знаете, таких мелочей. Вот здесь, видите, стекло, например, изогнулось. Да? Вот надо было подумать, как это правильно сделать. Может, сюда какой-нибудь поролон проложить, там, белый окрасить, чтобы вот такого не было и в глаза не бросался. Вот это почистить. О, тут открыто, можно выйти. Потому что вот сюда выходишь, вон, вот видите, какая грязь. А, вот это, кстати, огнезащита опускается при пожаре. Ну, вот видите, все в пылище. Ну, блин, конечно, почему так? Вот такого не должно быть. Стеклопакет дал трещину, это тоже нужно менять.
Ну а так вот, да, вид на мост Бетанкура. Прикольно. Симпатично, особенно когда много зелени. А вот в этот дом 9, корпус 2, строение 1 уже выдают ключи. Здесь еще идут отделочные работы, здесь пока ключи не выдают. В общем, где новые сданные корпуса, я вот здесь нигде не увидел, что можно пройти, соответственно, к какому-то ресторану. Здесь ничего такого нет. Возможно, паника людей пока ничем не обоснована. Но если вы знаете больше информации, то обязательно напишите об этом в комментарии к этому видео. Заходим с вами в холл дома, который, так как здесь, ну, тяжело понять, этот сданный уже, либо, соответственно, не сданный, но вот здесь еще ведут отделочные работы, и, соответственно, пока не вдают ключи. Видим шикарный полированный мрамор, видим, что здесь все молодцы укрыли для того, чтобы не испачкать почтовые ящики заподлицо со стеной. Здравствуйте. Ух ты, круто. Там полируют пол. Так, так как лифт у нас еще не работает. Так, здесь, наверное, что-то будет. Так, нам нужно, соответственно, выйти на лестничный марш. Так, это уже вот здесь похоже. Фасад смотрится красиво. Проход на лестничный марш. Обратите внимание, как вот все зачищено. Подготавливают к отделке. Ограждающая конструкция. Здесь закрыли, чтобы ничего, не дай бог, не поцарапали. Здесь везде есть плитка. Бордюрчик из плитки. Молодцы. Очень приятно. Так, только непонятно, как выйти-то к квартирам. Лестница же должна куда-то вести. А, они, получается, с третьего этажа идут. Пойдем выше поднимемся. И тут деревянные окна. Знаете, бывают застройщики в квартирах ставят деревянные окна, а в подъезде уже пластику. Здесь не сэкономили. Так, четвертый это или пятый этаж. Не написано, поэтому тяжело понять. Тут еще стройка, темно, лифтовой холл, кион-лифты с указателем этажности, красивая отделка. Так, а тут двери закрыты, в квартиру, к сожалению, не попасть. Ну и там, в принципе, друзья, смотреть нечего, у нас же там во всех квартирах черновые отделки, это же элитка. Каждый делает для себя сам отделку под свой бюджет и под свой дизайн-проект. Сейчас мы здесь видим, что облагораживают территорию, высаживают большое количество зеленых насаждений. Вы только обратите внимание, сколько их здесь много. Это здорово и приятно. Их поливают, мне это тоже нравится. Классная детская площадка. Вот с таким камнем, по которому ты проходишь. Все в газонной траве. Трава зеленая. Здесь мы видим, что еще вот нет травмобезопасного резинового покрытия. Покрытие вот резинового вот на вот этой трубе, по которой будут лазать дети. Соответственно, вот здесь есть такие беседочки. Слушай, все очень красиво, приятно сделали, молодцы. Ну, естественно, вот мне лично, не знаю, как вам, но вот фасад мне как выглядит, нравится. Потому что всегда кирпич, керамика – это долговечность, красота, прохлада и тепло в ваших квартирах. А также видим, что здесь уже, вот, скажем, практически она благоустроена. Есть дорожки, есть брусчаточка везде. И вот большое количество различной зелени, которую, соответственно, здесь, как их правильно, озеленители, наверное, да, можно назвать. Вот сейчас этим всем и занимаются. Так, давайте ближе к воде подойдем. Да, место, конечно, я согласен с ЛСР, оно сказочное, потому что береговая линия, своя набережная. Набережная, кстати, здесь, смотрите, приличная, красивая. Можно прогуляться, посидеть, помочить ноги водички, покормить уточки, уточек, если они здесь есть. А вот и здание пивоварни.
Да, полагаю, что, скорее всего, это здание восстановят, сделают здесь настоящую красоту. Здание смотрится классно, и вот пытались, наверное, что-то форумами практически вот повторить жилые здания. Я считаю, что вот здесь ЛСР очень хорошо своим фасадом гармонирует. Причем здесь даже большое количество здесь RSTI застройщиков, впереди дом тоже смотрится издалека все красиво. У Settle Group тоже все смотрится красиво. Ну и, конечно, приятно, что, можно сказать, прямо во дворе на огромной площади расположена современная и новая школа. По сданным первым корпусам или домам жилого комплекса Нева Хаус, там все чисто, круто, вообще просто никаких вопросов. Где сейчас передают ключи? Для меня лично, что-то в глаз попало, для меня лично не хватает клининга. И, знаете, все вот немножечко по мелочи на жилых помещениях и нежилых. Но, конечно, на паркинге еще там достаточно такое приличное количество работы, от вывоза мусора до монтажа. А различные слаботочки. Мне непонятно, почему нельзя было чуть позже, там на месяц, на два, начать передавать ключи, отмыть и подготовить полностью готовое здание. Но у меня лично сложилось очень приятное впечатление о жилом комплексе, потому что я бываю на многих стройках ЛСР. Не так давно вышло мое видео про набережную на Намыве Васильевского острова. Ну, там, конечно, небо и земля по сравнению с этим жилым комплексом. Начинает свои набережные, озеленение, входных групп. Ну, вот реально молодцы. ЛСР сделал очень-очень круто, чему я действительно рад. Напомню, что здесь однокомнатная квартира стоит от 20 миллионов рублей. И все квартиры в черновой отделке. Нужна помощь с недвижимостью? Позвоните мне или оставьте заявку на andreyartemov.ru. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи.